Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft. Итак, я снимаю это видео, когда еще не вышло обновление, но оно вот-вот выйдет, в буквальном смысле этого слова. Разработчики недавно написали об этом в своих соцсетях, официально упомянули о том, что обновление будет не в контенте, а в исправлении нескольких ошибок. Также добавили некоторые функции, например, очень интересные там функции будут для блогеров. Вот, я думаю, что для меня это будет очень любопытно. Мне, по крайней мере, это все будет посмотреть, но также это обновление будет касаться для тех, кто любит играть в онлайн, кто любит играть в клане. Там в клане появится чат. Ну, я думаю, что вы сами, в принципе, все это читали, потому что сейчас везде только об этом и пишут. Ну что ж, решила я сегодня вместе с вами выполнить квест на лошадках, но я не хочу сейчас играть за Эмили. Она, конечно, адски красива, но я лучше буду играть за Дэнни, потому что Дэнни у меня 136 уровня, а Эмили уже 200. Поэтому давайте купим немножечко ему эликсира, немножко нашего Дэнни прокачаем. И также остальной эликсир потратим на Каштана, на Сарочку. Там кто у меня еще не прокачан? На Рейнбоу. Ага, еще докупим эликсира. Текс, Надеша, это у нас близнецы, я надеюсь, что вы помните об этом, Афина и Робин. Так, все отлично, на всех хватило эликсира. Так, у меня квест, как обычно, 14, потому что за него дают один эпический ключ, и я все еще надеюсь, что я в эпическом сундуке выбью какой-нибудь супер мистик. Итак, недаром я здесь остановилась, именно на этом озере я нашла животное по квесту. Ой, я же хотела переключиться на Дэнни. Только что об этом говорила, что это нерационально играть на Эмили, и забыла переключиться на Дэнни. Нельзя выполнить это действие во время боя. Да что ж такое? Я сейчас плакать буду. Дайте мне поиграть за Дэнни. Что такое? На меня еще кто-то нападает? Да нет, вроде. Бой уже должен быть закончен. Но музыка, видимо, не закончена. Я играю без наушников, музыку слышите только вы. Вот, теперь я буду вот такая красивая, 136 уровня. А звери у меня здесь будут более высокого уровня, да? Давайте посмотрим. А, нет, звери здесь 120 уровня, ну, потому что я играю в зимнем лесу. Вот если бы я вышла играть в Древний Египет, вот тогда мне было бы очень тяжко. Так, ну что, 2 из 5, отличненько. Побежали искать лисичек. Кто там? Скунс мне не нужен. Кабанчик мне еще нужен будет. Но это тот же самый квест, который мы недавно выполняли. Так, лисички есть. Ага, на другом животном, на рыське, да, по-моему, я выполняла этот квест. Вообще на всех животных мне нужно будет выполнить этот квест. Мне кажется, так и даже интереснее стало, что на разных животных мы их с вами играем. Не только на крокодиле, потому что я крокодила прокачиваю, да? Вот, ну и на всех остальных. Ой, это кто у нас? А, это у нас босс. Так, обходим босса. Я прям напугалась, думаю, медведи что ли у нас появились. Мишек вроде бы здесь не было. Я даже не думала, что я до босса добежала. Ничего себе, обалдеть. Текс, тебя, кабанчик, сейчас съедим. И еще одного кабанчика дайте мне, я буду очень сильно счастлива. Я еще набрала немножечко, кстати, монет, как вы видите. Вот этот кабанчик, да? Да, зарылся в сугробе. Ура, по кабанам мы уже выполнили квест. Отлично. Осталось найти 3 лисички всего-то навсего. И так вот лисички как раз. Тоже опять же, как по заказу. Сундучки обязательно с вами сегодня откроем. Так, сундук от Wild Club, к сожалению, у меня еще не готов, потому что он дается только раз в неделю по субботам. Так, аккуратно, Дэнни, аккуратно, ты всего лишь 136 уровня. Не забывай об этом. Он все время об этом забывает, ну то есть я все время об этом забываю. Так, вроде бы как должен был быть здесь олень неподалеку, еще один. Может быть, он забрел туда. Нет, там лисички. Лисички нам нужны тоже. Но в количестве одна штука. А у нас здесь две. Ну окей, две так две. Давай тебя тоже зацепим. Отлично. Так, по лисичкам выполнили квест. Но осталось найти одного оленя и все. Давайте здесь кругами побегаем. А, вот парочка ходит как раз. Как раз олени. Именно те, которых я хотела.
Так, аккуратно, аккуратно. Так, тут второй еще бежит, он же от нас не отстанет. Или отстанет? Нет, не отстанет, конечно же, давайте его тоже. Еее, все, мы выполнили этот квест. И получили ключик от эпического сундука. Ну что ж, отправляемся, отправляемся открывать сундуки. Отлично. А сначала давайте получим подарок, сразу скроем. Может быть, нам тут дадут монетки. Может быть, их можно будет удвоить за просмотр рекламы. Ну, конечно же, можно. Так, удвоили мы награду, и теперь больше сундуков мы сможем открыть. Аж на целых два. Вай, мистический питомец уже, кстати, второй раз. А в прошлый раз при открытии сундуков мне тоже выпадал такой же питомец. Обалдеть, драконы меня преследуют. Прям в буквальном смысле этого слова. В прошлый раз тоже мистический, только я не помню, какой расцветки выпадал. Но, по-моему, какой-то другой был, может быть, такой же. Прикольно. Ну как прикольно? Не очень-то прикольно. Шанс-то я потеряла для того, чтобы выбить мистик какой-нибудь. Кстати, на днях я открывала сундуки и выбила мистический шлем. Там он или не шлем, как он называется, я не знаю, аксессуар для рыськи. А, вот такой же я выбила вот недавно. И опять, видите, он у меня уже идет дубликатом. Только я про него вспомнила, и он у меня вышел. Вот такой же я выбила мистический второй. Как в прошлый раз тоже, когда открывала 300 сундуков, по-моему, под ваши комментарии. А я такой золотой выбивала, вот и сейчас вот такой вот ледяной для второй рыськи. Для второй рыськи. Но, к сожалению, мне бы, конечно, больше понравился сейчас не шлем, аксессуар, а одежда. Вот, такая мистическая. Она очень круто выглядит, мне безумно нравится. Именно на рыськах вообще. На волках тоже классно. Все, что ли? Да, все еще бесплатно сундук нужно будет открыть. Так, бесплатный сундук мне никогда ничего не дает, так что не удивляемся. Так, здесь можно получить кристаллы, я уж сколько их не забирала. Так, давайте откроем эпический сундук. Все, поехали, один ключик у меня есть, используем. Ну, опять же, в эпическом сундуке ничего не выпадает. Почему? Здесь шанс должен быть увеличен. У меня в обычных сундуках, по-моему, чаще выпадают мистики, чем в эпических. Столько уже открыла эпических сундуков и ни разу не выпал мистик. Это как-то неправильно, по моему мнению. Ну что ж, ждем обновления от разработчиков, буду снимать я видео про обновление, не знаю, еще посмотрю, если оно мне прям очень зайдет, понравится, то, наверное, сниму тоже видео про впечатление об обновлении. А на этом я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Кошечка Парика, и увидимся в новых роликах.